Старт белорусско-чешскому форуму дало пленарное заседание. В его рамках представители обеих сторон рассказали об экономическом и инвестиционном потенциале, а также тех направлениях, которые вызывают интерес в части взаимодействия. Я думаю, в принципе, что мы сможем создать какие-то дополнительные контакты. Настрой у всех достаточно решительный и боевой. Поэтому для нас очень важно и интересно грамотно использовать чешскую площадку для дальнейшего наращивания объемов экспорта в Европу. Я был бы очень рад, если бы после этой встречи, после этого форума, появились бы определенные совместные проекты, которые позволят развить наши отношения. На государственном уровне между Белоруссией и Чехией нет проблем. Единственная задача сегодня – притворять инициативы в жизнь. В составе делегации из Чехии собственники и топ-менеджеры крупных строительных, инвестиционных, юридических, информационных, транспортных и логистических компаний, заинтересованных во взаимодействии и расширении экономического сотрудничества с белорусским бизнесом. Всего у нас 10 представителей чешских фирм, но это, что мы готовы передавать эти информации. У нас есть договоренность с вашим отделением БДПП, когда заинтересуется фирма ваша, близкая, в поиске партнера в Чехии, тогда они выходят на нас, и мы стараемся находить потенциального партнера у нас. Это просто партнерство, сотрудничество, это поиск возможностей для развития в этих нелегких условиях, для развития бизнеса. Разговор о том, в каких сферах можно и нужно наладить связь, продолжился и на встрече чешской делегации с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом. В настоящее время товарооборот между Брещиной и Чехией находится не на том уровне, на котором позволяет потенциал обеих сторон. По итогам января-февраля текущего года эта цифра составила чуть больше 3 миллионов долларов США. Однако есть все шансы изменить существующее положение дел. Я думаю, что в этом году нам удастся значительно увеличить товарооборот между Брестской областью и Чешской Республикой. Это приятно. Мы заинтересованы во многих товарах, которые идут с Чешской Республики. Ну и надеемся, что и наши товары будут востребованы на чешском рынке и на рынках Евросоюза. Сотрудничество возможно не только в торговле. Создание совместных предприятий и реализация социальных проектов также могут оказаться в центре внимания. Сегодня на Брещине функционирует порядка 30 предприятий с чешским капиталом. Заинтересованность обе стороны выразили и во взаимодействии в экологической сфере. Брестская область уже не один год успешно реализует в этом направлении проекты совместно с европейскими организациями. Обмен опытом в данном вопросе точно не будет лишним. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.